Молодец, браво. Ну, ход к тому же еще и первая линия компьютерной программы. Вообще могу сказать, что пока Магнус Карлсон в этом тайбрейке играет просто невероятно. Он просто невероятный. Я думаю, что мало кто из гроссмейстеров в мире серьезных шахматов мог бы такое качество ходов обеспечить, как Магнус Карлсон сейчас играет быстро. Так что это действительно адская какая-то сила совершенно. Но надо держаться. Надо держаться и верим в Корякина, верим в его магию. И так угрожает взять это d5. Причем в данной ситуации черный собирается уже брать любым конем. Ну, поэтому, видимо, надо как-то защищать, а другого способа, кроме как перса 2, я пока не вижу. Но разве что